Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 1027. Нам дан треугольник ABC. Запишем дану. И в этом треугольнике угол А равен 45 градусов, а угол С равен 30 градусов. В треугольнике проведена высота АД. АД – это высота. И АД по условию равно 3 метрам. И нам нужно найти все стороны треугольника. АБ, БС и АС. Итак, АД – это высота. Значит, АД – это перпендикуляр к стороне БС. Тогда треугольник АДС – это прямоугольный треугольник. И один из его острых углов по условию равен 30 градусов. Тогда в таком треугольнике катет, лежащий напротив угла 30 градусов, равен половине гипотенузы, то есть АС. АД у нас известно, и отсюда мы можем определить АС. АС будет равно 2АД. Тогда АС равно 2 умножить на 3, 6 метров. Сторону АС мы нашли. Теперь воспользуемся теоремой синусов. Сторона АС так относится к синусу противоположного ей угла, это угол B, как сторона BC относится к синусу угла А. Тогда отсюда сторона BC будет равна AC умножить на синус А и разделить на синус B. Синус А мы можем найти. Это равно синусу 45 градусов. Мы можем найти синус 45 градусов по таблице или с помощью микрокалькулятора. И он будет равен 0,7071. И еще нам нужно знать синус B. Но угол B у нас неизвестен. И мы можем найти этот угол B, поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, значит угол B будет равен 180 градусов минус угол C, это 30 градусов, и минус угол A, это 45 градусов. Тогда угол B равен 105 градусов. И мы можем найти синус B. Это будет равно синусу 105 градусов. Найдем его значение. Это будет 0,9659. И вот теперь мы можем найти сторону BC. Она будет равна AC, это 6, синуса это 0,7071. И разделить на синус B. Это 0,9659. Умножим и разделим, и получим сторона BC равна. Это будет ее приближенное значение 4,1 метра. Теперь воспользуемся теоремой синусов еще раз. Сторона АС так относится к синусу B, как сторона АБ относится к синусу АС. Это противоположный угол, это С. Тогда неизвестная сторона АБ будет равна АС умножить на синус С и разделить на синус B. Синус B у нас известен, а синус С нужно определить.
Угол С равен 30 градусам по условию. Тогда синус 30 градусов равен 1 вторая или 0,5. Тогда сторона АВ будет равна. АС это 6, на синус С это 0,5, и на синус Б это 0,9659. Это будет равно 3,1 метра. Ответ. Задача нужно было найти стороны треугольника, и мы нашли АС 6 метров, БС 4,1 метра, АВ 3,1 метра. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.